Первый региональный фестиваль малой авиации прошел в минувшие выходные в Чернышевском. На мероприятии съехались гости со всего Мирнинского района. На летном поле аэродрома собрались опытные пилоты, парашютисты и байкеры. Анна Винокурова продолжит тему. Региональному фестивалю малой авиации было присуждено имя первого руководителя Треста «Якут-Алмаз» Льва Леонидовича Солдатова. Это не просто так. Лев Солдатов много раз прыгал с парашютом. Свой первый прыжок руководитель Треста «Якут-Алмаз» совершил в 19 лет. Воздушная гавань в поселке Чернышевский приняла гостей со всего района. Впервые на этом летном поле встретились опытные пилоты, парашютисты и заинтересованные зрители. В целом, как прошло? Как всегда, безопасно, как в спортивном клубе парашютистов и на этой посадочной площадке всегда все безопасно. Это основной итог. Украшением фестиваля стало выступление парашютистов. Все ребята – профессиональные спортсмены. И у каждого на счету более 100 прыжков. Парашютизм необходим, но он воспитывает в людях дисциплинированность, в первую очередь. Умение принимать решения, точно правильные решения в короткий срок. И подрастающее поколение растет для ВДВ. На счету у спасателя Владимира Луковцева более 1000 прыжков с парашютом. Но сегодняшний для него особенный. Несколько лет назад 16-летним мальчишкой на этом аэродроме он впервые совершил прыжок. Я вырос, не родился, но вырос здесь с малых лет в этом поселке. И поэтому для меня это было честью прыгнуть здесь, в поселке Чернышевский. Друзья позвали, как бы начинали здесь, учились в Чернышевском. Поэтому сама судьба благоволит. Специально к фестивалю на радио «Алмазный край» разыграли полет на воздушном судне. Его выиграл житель поселка Чернышевский. И как раз в день своего рождения совершил полет, о котором даже и не мечтал. Я на таких самолетах еще ни разу не летал, но видел, как они летают тут по поселку нашему. Я даже не мечтал, что и попаду на этот самолет. Но впечатление хорошее. В рамках первого регионального фестиваля малой авиации прошли и выступления байкеров. От мала до велика, кто пришел на фестиваль, остались довольны. Наконец-то малая авиация у нас появилась здесь, как говорится, в нашем регионе. Поэтому будем надеяться на дальнейшее развитие и расширение. Глядишь, уже коммерческие рейсы будут делать. Мальчишки, расскажите, что сегодня вам больше всего понравилось? Когда парашютисты садились. Они так, когда садились, даже бежали. Вот мне понравилось, как парашютист один не устоял и сел. Фестиваль малой авиации имени Льва Солдатова прошел на ура. Организаторы пообещали, что такие мероприятия будут проводить ежегодно и со временем расширять его, приглашая участников с других городов. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».